приветище. Короче, ты понял, да? Это снежно-симулятор. Здесь все так сурово, что губы онемают от холода. Они прямо отнимаются и трудно говорить. Потому что у нас почти здесь... Сколько у нас градусов? Пойдем посмотрим. О, табличка откуда-то валяется. Щита она тут валяется. У нас минус 2 градуса. И у нас все онемело. Учитывая, что я в пуховике, да, все равно я замерз. В общем, я сейчас нахожусь в игре в режиме бета-тестирования. То есть все обновления, которые в игру добавляются, они сразу же попадают ко мне. Если бы я этот режим не включил, то вот эти все обновления, которые еще тестируются, мы бы с тобой сегодня не увидели. Поэтому мы с тобой будем узревать то, чего не узревают обычные игроки. Короче, смотри, во-первых, тут у нас какая-то проблема с беготней. Видишь, какая ряб появилась, да? Это из-за того, что, видимо, камера качается или что, я не знаю. Бегать сейчас крайне неудобно в бета-тестировании. Я сделаю следующее. Тряску камеры мы уберем на максимум, то есть вообще ее не будет. Теперь мы бежим, все равно это все осталось, но смотри, что с моим телом происходит. Оно убегает от камеры куда-то вправо. Но зато, по крайней мере, хотя бы нет вот этого качания башкой. Уже поприятнее бегать, если не смотреть вниз. Внизу все равно все рябит. И как-то не очень все равно удобно бегать. Но тем не менее. Ты скажешь, нафига тебе это бета-тестирование? Давай играть так, обычно. Убери это бета-тестирование. Если я уберу бета-тестирование, то ты не увидишь обновлений, которых в игре достаточно. Например, смотри, у нас появились плуги. Плуги L02, L04. L03. И один из этих плугов принадлежит грузовику, который можно получить в бета-тестировании. Так что, о да, мы, возможно, покатаемся сегодня или в следующей серии на грузовике. По объектам все у меня тут куплено. Крем для рук пока не надо. Я, кстати, поставил сложность реалистичную. То есть мы теперь очень-очень часто, ну как часто, если я буду вафлить моменты с морозом, то я буду заболевать простудой. А почему веселый? Я же реалистичный выставил. Вот, реалистичная сложность у нас будет. Так повеселее, мне кажется. Термос же у нас есть. Кстати, смотри, у нас инвентарь поменялся. Теперь гляди, что у нас. Тут видно прочность, сколько у инструментов. Это классно. Потребление какое идет. Тут у нас колеса, все видно, все классно. Прочность 10 человек дней на одежде. Будем следить за этим. Ну и, конечно, термос литровый на 97 чашек кофе. Я думаю, что это нас не может не радовать. А еще, что классно, в гараже наконец-то появился свет. До этого его не было, но вот тут нажимаешь кнопочку и... Опа! Освещено! Аллилуйя, наконец-то это сделали, потому что без освещения здесь чертовски сложно. Ну что, кстати, еще минутку. Я хотел продлить день. Где-то здесь можно удлинить день. Сколько минут длится один день? До 25 минут. Не, давай 20, ладно, как было, так оставим. Потому что ранее стояло 16, я до 20 дотянул, и в итоге я все-таки оставлю 25. Какой они? 7 пятниц на неделе, да? Ну что? Поехали по заданиям. Карту надо посмотреть. Посмотрим, кому что нужно сделать. Значит, вот здесь вот чуваку надо помочь. Вон там чуваку надо помочь. И, в принципе, все. Больше некому. Окей, едем. Сажусь в свой пикап. Тракторешку я, наверное, сейчас загоню к нам. Давай, садись. Загоню к нам в гараж. А то мало ли прибежит Йети и просто свистнет. Ох, как меня качает-то на этом тракторе. Я вроде отрубил эту фишку, а она... Что происходит вообще здесь? Я не хочу этого, чтобы меня так качало. Прям это, блевать охота. Все. Вперед, 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 вперед. Срочно в пикап. Включаем мигалки и поехали. Спасать моих клиентов. Прибыли к бабуле, которая задарила нам в одной из серий тракторёху. Что ж, я, пожалуй, выйду из тачки, пройдусь по территории. О, территорию тут вычищать надо. Ого-го. Сколько она мне заплатит за это? Надо посмотреть. $760. Но если я вычищу на 100%, любезно, то заплатит мне, наверное, косарик. Должны, по крайней мере. Вспоминаем управление своего пикапа, потому что давненько не играл. Значит, фонари включаем, это обязательно... Поднять или опустить и повернуть. Значит, мне нужно опустить. И поехали.
Выезжаем назад чуть-чуть. И вот отсюда поехали чистить. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Центральную дорожку почти вычистили. Давай назад. Поскольку разворачиваться здесь не очень удобно. А! Грохнул себе задний фонарь. Ну, на самом деле, здесь невозможно ничего сломать на тачке. Что меня печалит. Было бы круто, конечно, если бы я куда-то врезался, у меня была помятая тачка, и мне пришлось бы это чинить. Ой, плуг поменять надо в направлении. Направление плуга поменять. Где-то вот в эту сторону. Опять врезался в забор. Поехали. Хорошо, идем. 17% зачистили. Теперь нам нужно почистить вот эту часть. Ну, ё-моё. Если бы тачка реально здесь мялась, я бы ее ушатал в щи. Вот таким вот образом вычищаем все. Можно, конечно, вручную, но вручную, как ты понимаешь, будет очень долго. Будет тратиться энергия, захочется покушать, попить там. Сопли потекут на морозе. А оно нам надо? Нет, конечно, ничего нам это не надо. Мы хотим бабки зарабатывать. А чтобы заработать бабки, надо не болеть. Сугробы мои старые. Это я их тут напихал. Я, кажется, застрял. Застрял. О, плугом об фонарик застрял. А вот и день наступил. Как хорошо. Люблю рассветы в этой игре. Потому что ночью как-то... Можно и маячки отключить. Все, включаем. Можно и фонари отключить. Давай, давай, назад. Вперед. Сугробы выбираем. Убираем в забор, скорее всего, потому что больше некуда. Чем мы там уже? 29% территории почистили. Очень хорошо, мы молодчики. Че у меня с моего плуга сыпется снег, как будто я водой поливаю. Кто ж знает. Это бетка. Давай, поехали. Че тут как-то застревает тачка. Как в сугробе. Ну че, тут я вроде все почистил. Мне, конечно, дико нравятся звуки бьющегося металла об забор. Это звуки даже не об забор. Вот опять этот звук. А когда сталкиваются две машины. Или два металлических элемента. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Быстро. Быстро очень все. Ну что, вроде бы здесь убрано. Надо, знаешь, что... Ай. Ай, ай, ай. Сейчас используйте, чего превысил критический уровень, и характеристики управления практически упали до нуля. Получите другие шины, или... У меня шины кончились? Шины, все, 45 километров они отъездили, можно выкидывать. А подожди, а почему... А, ну да, шипастые, точно. Ну вот. А еще я застрял. Мне нужен эвакуатор. Позвонить за помощью на дороге. Хотите вызвать? Хочу. Благодарю. Вы любезны. Меняем направление плуга. А, все, смотри, колеса. Колеса отвалились, и как я катаюсь по снегу. Мама мия. Походу, мне надо домой ехать и чинить свои колеса. Ну, как чинить? Менять. Жесть, конечно. Это вот эта реалистичная игра называется. 45 километров проехал, у тебя шины отвалились. Это нифига не реалистично. Это тут одни маты, короче. Обманщики. Обманщики, вот по-другому не скажешь. Я как будто бы ушную резину купил, хотя покупал навьё. Ну что, вроде бы тут ок. Поехали дальше чистить. Меня накололи. Можно режим переключить, но пока не хочу. Так тоже весело. Вот с этой стороны будем сейчас... Я реально сейчас как корова на льду. Проще тут на тракторе кататься. Поехали вот эту часть чистить. Поехали, 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 поехали. Ну же, ну же, ну же. Вот, хорошо. И здесь почистили. Только как-то странно почистили, если честно. Плуг надо перевернуть, наверное. Ой, тормоза какие, божечки. Плуг поднимаем, переворачиваем, поехали вперед. Я на резине, конечно, разорюсь здесь. Потому что резина наша все, когда ты на машине работаешь.
А прикинь, если мне туда наверх надо будет ехать, к озеру. Это, во-первых, ты туда пока доедешь, уже 45 километров будет. Мне, походу, колеса надо просто с собой вон в кузов закидывать и возить. Сразу покупаешь 4 штуки комплекта и поехал. А иначе как? А иначе никак. Мне даже интересно стало, что будет на грузовике. Вот так вот. И когда мы его, кстати, получим? Вот в чем вопрос. Где мы сможем получить грузовик? Блин, вот эту дорожечку, конечно, надо было чистить на тракторе. Тут очень узочка. Узочка. Узенька. Узочка. Что это такое? Узенькая удочка? Что за слово я придумал? Поехали, 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 поехали. Да нет, ну только не застряли. Нет. Ну что, не... Если бы у меня были шипы на колесах, то мы бы выехали. Да мы и так, в принципе, выехали. Одним колесом осталось, одним колесом. Сейчас вылетим на скорости. Да, мы вылетели. И летим прямо в забор. Слушай, я думаю, что надо все-таки возвращаться домой и покупать резину очень прочную. Но как? А подожди, я могу здесь прямо сейчас поменять комплект? Нет, здесь не могу. Не могу. А нафига вот, смотри, то, что у меня сейчас шины одеты вот эти. Понятно, что они тут отображаются. А нафига мне обычные шины, которые я снял, здесь вот они? На кой черт они мне здесь, если я их использовать никак не могу? Че они в инвентаре у меня забыли? Спасибо, здрасте, до свидания, это называется. Ай, застрял опять. Ладно, что, поехали домой? Мы сейчас прикупим резину и новый плуг. Я так думаю... Вот так будет проще. Куда это нас выкинуло? Еще бы доехать, не убиться нафиг на лысой резине. По сути, на этой резине можно и летом кататься. Подумаешь, просто шипы отвалились. Поднимаем. Ой, не то включил. Надо поднять. Вот. Разворот. О, так я, получается, весь день потратил на расчистку. А слушай, знаешь что, сейчас я пока домой поеду, пока там дела свои поделаю. У меня же время идет на работы расчистки территории. Сейчас бабуля выйдет, скажет, ты чё, блин, за 2 дня управился только? Тут можно было и за день. И я не заплачу тебе, косарь. Получишь 500. И я обижусь тогда. У меня тут непредвиденная ситуация с колесами вышла. Я даже в горку не могу заехать. О-о-о-о-о. Походу придется чистить снег. И здесь. Давай тогда пускаем. Врубаем маячки. Нет-нет-нет-нет, мне не надо это. Я пока что на своих колесах нормально держусь. Буду чистить и ехать, но по-другому, видимо, никак. По-другому я, видимо, не заеду. Давай, 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 давай. О, вообще плохо дело, очень плохо. Попал за подню. Так, подожди, если у меня колеса в нулину стерлись, как мне доехать теперь в эту сраную горку, чтобы их поменять? У меня же с собой нет резины, я не могу ее с собой возить, в принципе. Чё не запродуманная какая-то фигня? Да, походу мне придется сейчас бежать домой, брать трактор и ехать сюда. А как по-другому? Никак. Так, я вылез с тачки. Хоть толкай ее. Блин, это вот эта блёднотная беготня, да, когда тебя трясет, колбасит. Это... Ладно, что делать? Бежим, бежим. Походу вариантов нет. Я на спорчике, я фитана Нашечка в красном пуховичке. Почти 40 километров пробежал, да ладно, кого я обманываю. Меньше 5 пробежал. Ну ничего, пока бодрячком. Калории в норме, температура в норме, живем. Радуюсь, что тут недалеко, практически за углом. Знаешь, что до меня дошло? Резина же переобувается дистанционно, по Wi-Fi, по Bluetooth, как хочешь это называй. Я сейчас просто приду, куплю резину и дистанционно поменяю. Как вот эту резину, которая у меня была. То есть, так, это вот, вот эта резина. Хотите поменять? Я поменял, и вот она резина, которая потраченная уже на 100%. А что мне с ней делать? Ее можно как-то продать? Видимо, сейчас я зайду в магазин. Мы купим новую такую же резину, и она обновится. Наверное. Я не знаю.
Резина. 600 баксов потратил. А тут уже прочность 90 километров. Гляди-ка. У этой резины, у это летняя, да? Универсальная написано. У нее 1000. Это круто, конечно. А, подожди. Вот, вот она, шипованная резина. Почему я на красную посмотрел? Потому что тут красные шипы и тоже красные диски. Короче, перепутал. Не 90, а 43. 43 сантиметра. Это не то. Хватка. Где прочность-то? Вот, кстати, мы можем удалить это, да? Резину удаляем и заново покупаем. Вот, 45 километров у нее прочность. А у этой прочность 135, но она для трактора. Это нам неинтересно. Здесь прочность 15 километров вообще. Вообще 15 километров. На кое нам не сдалось? Угу. Ну, давай мы попробуем в этот раз купить вот эту резину. Не знаю, еще и эту тоже купим. Пускай будет. Она крутая на самом-то деле. Так, плуги. Плуги бы поменять, но сюда пикап нужно ввести. С этим потом разберемся. С плугами, с плугами. Ну, давай, хотя вот он для пикапа, вот этот плуг предназначен. Мы его купим, пускай он лежит. Плуги могут воровать? Могут воровать, поэтому он будет у меня на территории лежать просто пока что. Покупаем этот плуг. Он отличается от этого размерами. У него 260, то есть охват больше. 260 на 260. Он шире и длиннее. Эффективность тут 12 метров квадратных, а тут 75 квадратных метров. Это мощь. Пойду посмотрю на него. Зима, продавец открывает курьерскую. Что? Что? Это не то. Где зима, продавец? Короче, непонятно, куда-то улетело сообщение. Вот оно. Спасибо, плуг привезли. Зима продавец открывает курьерскую компанию, и вы найдете их в гараже. Вот что было написано. В гараже. Че-то дофига всего за раз привезли, да? Он не мог одной доставкой это сделать. Обязательно надо было три. Вот они шипы. Вот она, эта резина. Одеваем ее. Хорошо. И плуг где-то у нас тут... Кстати, щели, смотри, заделали. Нет щелей, видишь? У нас под домом нет Нарнии. Тут тоже нет щелей. Вот он, плуг лежит. О, ну да, слушай, намного так больше. Почему я как-то езжу? Я вот отхожу назад, смотри, я остановился. Я стою, но... А, эта камера меня догоняет. Виу, прикол. Ясно. Не будем сейчас на этом заострять внимание. Бежим обратно к нашей тачке. Привет, мой синий пупсик. Как ты тут? Я тебе поменял колеса. Ой, я сел в тачку, и я в снегу. Интересно, этот снег на куртке растает или нет? Скорее всего, нет. Сдаем задним ходом. А, неудачно, неудачно вышло. Как это приятно кататься на нормальной резине. А не как Рональдо. Сейчас, подожди, прочность проверю. Прочность пока 1% изношен уже. Въезжаем. Где мы тут? Недоубирались. Ах, да. Надо вот эту круголя зачистить. Фары врубаем, опускаем плуг. А, надо его было развернуть. Вот. Показывайте нам, куда ехать надо. Сейчас зафиксируем. Вот. Ой-ой-ой-ой, тихонечко, тихонечко. Что-то на этих колесах я стал еще резче. Переключение передачи стало очень чувствоваться. То есть я не могу сразу назад врубить. Видишь? Тормозит немножечко, когда задний ход врубаешь, потом переключается на переднюю. В общем, сделали переключение передач. Ранее такого не было. Я сразу мог назад ехать, вперед ехать, а тут какие-то вот тормоза появились. Как будто я там рычажок механический дергаю. Вот. Хотя, по-моему, здесь автоматическая коробка передач. Но даже на автоматической коробке передач нужно переключать первую и заднюю передачу. Ну, в смысле, переднюю и заднюю. Реверс и драйв. Вот, кстати, гаражик, откуда мы выкатили свой тракторёх. Ну, как свой, нам его подарили. Мы его даже не то, что подарили, мы его купили за 1 цент, по-моему. За 1 доллар. Ужасно все тормозит, короче, в бетке. Оптимизация такая себе. Может, графику поубавить? Мой комп уже дымится от такой графонии. Вот здесь вот тоже убираем. Ты понимаешь, да? Это прямо Next Gen. Графика нового поколения. Это та графика, про которую говорили, что будут гореть компы от нее. От реалистичной. Но тут реально реалистично выполнен, ну, как минимум, мигалки.
как минимум мигалки. Можно трассировку лучей врубить, и будут у тебя видны. А чё у меня зеркала что-то как-то не работают? Офигеть, походу надо реально трассировку лучей включать. Раньше хоть как-то они что-то показывали, а сейчас вообще в ноль, потому что трассировка у меня отключена. А то вообще были бы жесткие тормоза. Да, теперь даже назад нельзя посмотреть. А вне бетки, когда я играл, можно было. Даже без трассировки лучей. Ну хорошо. Чё, вроде бы я здесь все почистил. На карте не совсем понятно, где я езжу. Где-то что-то еще надо зачистить. А, вот эта вот тропиночка. Вот эта тропиночка. Сейчас мы ее уберем. Уборщик я, конечно, такой себе до 100% не допер. Остальное все ручечками нужно вычищать, убирать, но это долго. Я ленивый стал. Мне нравится, когда мой пердачок в тепле. Так что извольте вылазить из машинки, я не буду. 96 надо сделать процентов, тогда почти соточку нам засчитают. Очень плохо территорию убираю. Я здесь больше, наверное, тачку свою помял, если бы она мялась. И больше вышло бы мне ремонт машины, чем уборка снега. В принципе, в деньгах я не так их сильно-то нуждаюсь, поэтому давай мы сейчас сдадим этот квест и поедем тестировать новый плуг. У меня по деньгам-то видел сколько? У меня 38 тысяч там лежит. Мне за дорогу дали. В прошлой серии я же дорогу вычистил. Прям очень хорошо, и мне наконец-то заплатили приличное бабло. 92% за 10 минут. За 10 минут это, то есть... Даже не считается, что я домой съездил на денек. Ну ладно, хорошо. О, она мне заплатила не 700. Чего? Мизер. Продайте 10 участков и станьте... Какой про... А, пройдите, наверное, 10 участков и станьте богатым. Я думаю, продайте. Я не в ту игру играю, чтобы тут что-то продавать. Ну что, вы выполнили специальное задание. Время от времени проверяйте карту. Это все понятно. В общем, вместо 700 баксов она мне заплатила 1500. А если бы я сотку сделал, она бы, наверное, 3 косаря мне заплатила. Блин, ну с камерой, конечно, прям траблы. Все, поехали домой. Новый клуб смотреть. Кайфовать. Что по прочности резины? Резин 11%. Странно, а что ж у меня шиповано это тогда так быстро кончилось? Прямо удивительно. Так, вот здесь вот дорогу, наверное, вычистим, да? Чтобы потом мне не проблемно было здесь ездить. Опускаем наш... Вот, поехали. Я просто серединку почищу. И все. Маячок обязательно. А, нет, не то. Маячок я хотел включить. Вот, маяки. Мы работаем все-таки. У нас спецмаячки. Приехали. Мы дома. Где же грузовик-то, елки-палки? Где его нарыть? Скидываем, значит, наш плуг и берем другой. Ну, кстати, вот этот плуг желтый намного больше, прям офигеть. Давай назад сдавай, да что ты? С этими переключениями коробки передач это просто жесть какая-то. Скидываем плуг. Оу-оу-оу-оу, это было не очень хорошо. Интересно, я теперь его смогу? Я так удачно скинул плуг, что теперь, походу, я его не одену. И пришло время с ним попрощаться. Нет, конечно, я сейчас еще с другой стороны попробую заехать. Блин, ты прикинь. Из-за вот этой всей фигни, богоюзнутой, все, я потерял плуг. Надо его теперь удалять и заново покупать. Скорее всего, так. Ужас, какие тут лаги. Оптимизация просто сратая стала. Давай, 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 машинка. Блин, с этим переключением передачи ты посмотри, что творится. Вы можете установить плуг. Так я и хочу это сделать. Устанавливаем. Вот. Теперь мы едем в новое место под названием... Мы едем в горы, вот сюда. Let's go. Так, резина, что у нас по резине? А то я сейчас доеду 21%. Ладно, я думаю, нам хватит. Я думаю, надеюсь, что нам хватит. Если не хватит, то придется пешкарусом идти. Приехали. Ага, это получается парковочка. Ну что я хочу сказать? Эта парковка узнает сегодня... А что произошло? Алло? Развисни, пожалуйста. О, наконец-то. Эта парковка узнает сегодня наш новый плуг. Ого, весь квадрат вычистить? Ничего себе, ладно. Так, надо с середины и в край. Да, так будет проще.
Поехали. Тут можно наблюдать снежная стенка, которую я сделал в прошлый раз случайным образом при помощи бага. Сегодня мы ее вычистим, похоже. Если бы не столбики, на самом-то деле, я бы вычистил. Но из-за столбиков, походу, не вычистим. Аккуратненько, аккуратненько. Тут поворотик. Ага. Блин, а сколько за это заплатят? Я надеюсь, приличную сумму, потому что снега тут чистить не перечистить. Все, 98% этой площадки я вычистил. Идем сдавать квесты, как бы все. Все задания выполнены. Больше тут делать нечего. Давай посмотрим по резине, что у нас. 35%. Ну, елки-палки, это моя любимая резина получается. Она прям шикарна. Выходим с тачки. Что там, сколько мне заплатят? Мне должны были заплатить 2600, но поскольку я почти 99% сделал, мне заплатят 14 тысяч, да вы что, я вас обожаю. Зовите меня еще чистить вашу парковку, я с удовольствием приеду. Я поехал. Приехал домой, и меня здесь встречает мой чудо-поп. Неужели я его... А, подожди. Так-то я его с ним... Нет, я с ним все-таки никак взаимодействовать не могу. Ну что ж, ладно, чуть дверь у себя не пришиб. Пойду его, наверное, продам, этот плуг маленький. Все равно у меня есть покруче. Ну как продам? Я его, скорее всего, просто удалю, вот. Мне же деньги не вернутся, да? Вы уверены, что хотите? Ну, типа, да. Ну и все, я его выкинул. У плуга, кстати, прочность у нас сейчас 2%. То есть прямо вообще фигня. Эх, вот этот плуг за 20 тысяч для грузовика. Где бы только грузовик раздобыть? Не ясно. Но у нас есть еще один плуг за 14 тысяч. Он уже может убрать 150 метров квадратных, но его размеры другие. То есть он поменьше, чем вот этот по размерам. Но каким-то макаром он убирает больше квадратуры снега, чем этот. Интересная штука. Прочность у него 50. У этого, по-моему, 30, да, там было? Ладно, покупаем его. И посмотрим, насколько он крут. Скорее всего, я поеду чистить при помощи этого плуга дорогу у заправки. На этом, наверное, мы и закругляемся. Если тебе понравилось, ты хочешь видеть роликов больше по этой игре, ты знаешь, что нужно делать. Прямо сейчас спускайся под видео, ставь лайк, подписывайся. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что до встречи.